Плоды лайма и лимона очень похожи, но это лишь внешнее сходство. Кожура лайма тоньше. Кроме того, в отличие от своего сородича, в лайме, как правило, меньше косточек. Мякоть на вкус менее кислая, а запах более свежий и настойчивый. Цитрус латифолия, или более нам всем привычное название, это лайм, да? Лайм достаточно много сортов, да, есть мексиканские, другие лаймы. Очень интересный факт, что лайм, изначально он зеленый, но все-таки, когда он достигает спелости, он приобретает тоже желтый окрас. Если мы с вами присмотримся к нашим лаймам, то вот можно наблюдать, что плоды уже становятся более такие желтые, да, и чуть позже, это вот последняя стадия, когда они созревают и отпадают. Очень интересная особенность у лайма, что плоды при созревании они отпадают. У лимона же плоды могут висеть на дереве до нескольких лет, при этом меняя свой окрас желтого на зеленый и обратно. При этом мякоть лимона начинает терять в своем качестве, да? Но, тем не менее, плод может висеть несколько лет. Зеленые лаймы в продаже на полках наших магазинов – плоды, снятые в стадии технической спелости. Более того, очень часто под названием лайм можно встретить плоды лимона Мейера или лимона Ташкентского. Внешне он действительно напоминает лайм, но это не лайм, по вкусу он отличается. У лимона Мейера плоды более сладкие и, соответственно, на вкус они совершенно другие. Также у нас в коллекции есть вьетнамский лайм. У него плоды совсем такие крошечные и мелкие листики. И вот у этого вьетнамского лайма очень часто используют в пищу даже листья, соответственно, как приправу для различных супов или чаев. Уход за лаймом дома мало чем отличается от выращивания мандарина, апельсина или других цитрусовых растений. Разве что в зимний период растение может сбросить листву. Листопад, опять же, может связан быть у лайма, в частности, у лимона Мейера. Это растение, которое требует как раз досветки в зимнее время. То есть лимон павловский, он может прекрасно расти у вас без досветки в зимнее время, да? Ну, будет небольшая у него приостановка в росте. А лаймы и лимон Мейера, как раз это ташкентские лимоны, они требуют досветки. Если досветка исключить совсем, то у вас растение может сбросить полностью листву, остаться абсолютно только скелетные ветви. Вырастить лайм в домашних условиях при надлежащем уходе можно, но среди всего разнообразия цитрусовых новичкам специалисты советуют все же остановиться на лимоне павловском или гибриде лимона пандероза.